уже говорила в своем вступительном слове, что это был педагог и человек, неравнодушный к своей профессии, который оставил очень много не только композиторских опытов, но и учебников, статей и научно-методических трудов, по которым учатся и по которым пытаются выступать наше подрастающее поколение. Хочу сказать о том, что произведения Блажевича включают и в программы средних учебных заведений, в лицеи, высшие специальные музыкальные учебные заведения, а также в различные конкурсы. Ну, Россия теперь уже ближнее зарубежье, и в дальнем зарубежье также звучат музыкальные опусы как специальные и обязательные произведения. Вот одно из таких и завершит нашу сегодняшнюю программу. Владислав Блажевич. Концерт номер 2. Исполняет Виталий Лазарев, партия фортепиано Татьяна Шихарова. Thank you.
Thank you.
стояла. В первую очередь, и потом автору идеи, организатору проекта, концертов. Thank you.